Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пока сестры присоединяются, иншалла, к прямому эфиру. Бизнилля. Иншалла, тема прямого эфира — это закрытие ранней записи на курс подготовки преподавателя Корана. Также, иншалла, поговорим, ну, отвечу на ваши вопросы, какие будут. И также расскажу про клуб «Спутницы Корана», да, так как спрашивают сестры, не совсем понимают, что и как. Иншалла хайр. Так, пару секунд, и мы начнем. Так. Уалейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Да, сестры. Так, кто у нас есть? Иншалла. Интересно, сестры, какая география? Вот кто присутствует, откуда, если напишите, будет очень интересно. Откуда вот присоединяются сестры? Итак, да, по поводу объявления, да, то есть это, в принципе, уже несколько дней такая, обдумывала я это решение и все-таки пришла к такому заключительному. Ага, Машала из Германии, пишут сестры. А кто откуда еще? Пишите, с России. Ага, да. Машалла. Да. Обдумывала решение по поводу закрытия записи на курс подготовки преподавателя Корана. И вот сегодня как бы окончательно пришла к такому решению, чтобы его закрыть. Ну, имеется в виду закрыть эту раннюю запись. По нескольким причинам. Некоторые, ну, могу озвучить, некоторые нет. Но в любом случае... эти причины есть. Вот. Это не означает, что курса не будет. Курс в любом случае будет, да, просто, ну, возможно, заранее, так сказать, наберем количество необходимое сестер, и поэтому. Ну, вот, ну, не только поэтому, есть тоже свои на это причины. Вот. В чем заключается это закрытие, да, то есть, иншалла, сестры, кто уже подавал заявку и прошел собеседование, все условия остаются такими, как были, да, то есть условия, ну, для некоторых кажется там непосильные, да, но на самом деле очень лояльные, и я лично нигде не получала столько много информации за столько много времени, сил и усилий мне никто не посвящал, и за такую, ну, можно сказать, маленькую еще и материальную, да, вознаграждение, да, за это время. Вот. Но, тем не менее, да, я понимаю, для некоторых сестер это, и это кажется, допустим, много. Вот. Поэтому, иншалла, до 6-го, да, так как не хочется, чтобы так было вот неожиданно, все, закрываем и все, хотя я уже готова сегодня это сделать, но чтобы было более так вот плавно, да, то до 6-го числа, иншалла, действуют старые условия. Да, и все сестры, кто уже прошел собеседование и решил о том, что он присоединяется, да, то есть с кем мы обсудили все вот эти моменты, иншалла, все по-старому, те же условия. И кто до 6 числа как бы уже записался или запишется, да, даже если мы не успеем прям до 6 числа провести собеседование, но уже запишется, иншалла,
те же условия будут. В дальнейшем это все будет ужесточаться. Ну, во-первых, да, то есть те требования, которые бы хотелось, наверное, озвучить, во-первых, уже не будет того времени, да, то есть некоторым сестрам я говорила, что нужно подтянуть для того, чтобы влиться в обучение более плавно, да, то есть у кого есть какие-то недочеты, соответственно, уже этого времени не будет, потому что если есть лето, можно это все доработать, если какие-то 3 месяца, это достаточно большой срок, да, то есть можно при желании подтянуться в каких-то слабых своих местах. Вот, но для тех сестер, кто уже не будет иметь этого времени, соответственно, требования уже будут более жестче, да, то есть уже, ну, как бы не буду рассматривать там какие-то варианты, что там подтянитесь или еще что-то, уже некогда будет подтягиваться, да, поэтому такие условия. Плюс по оплате, по собеседованию тоже, иншалла, будет цена подниматься в 2 раза, то есть как собеседование, так и оплата. Вот так, да. Но при этом, как я уже говорила, у нас клуб есть, и про этот клуб я уже говорила сестрам не раз, кто следит, да, за страничкой, знает, иншаллах, в этом клубе у нас будут предметы, связанные с арабским языком, с таджвидом, с Кораном, да, то есть вот все, что косвенно или напрямую с этим связано, с тафсиром, да, то есть вот, ну, и клуб так и называется, «Спутницы Корана», да, то есть мы будем, иншаллах, ну, в разных отраслях, с разных сторон, да, так сказать, неразлучны с Кораном, да, то есть где-то тафсир, где-то чтение, где-то размышление, где-то арабский язык, который непосредственно необходим для понимания Корана, да, то есть вот все какие-то такие вот моменты. Вот, поэтому для участниц клуба, да, кто там на полгода и больше участие своего подтверждает, то цена будет, иншаллах, оставаться, ну, почти прежней, которая была, да, ну, там, с небольшими изменениями. Вот. По поводу сейчас вопросов отвечу, да, на ваши вопросы. Кто пишет? Сейчас, вопросы. Да, и тоже пишите, откуда вы, сестры, вот кто присоединился, интересно. Писали выше сестры с России, с Германии, мешала. Так, сейчас, то мне неудобно смотреть это все. Оно листается. Сейчас не могу. А, мешала из Крыма, сестры из Казани. Ага, закончила букву, записаться на тасхих, иншаллах. Да, сестры, по поводу тасхиха я писала уже там объявление, просто не успеваю их всех посты оформлять. Да, у нас есть группа в Телеграме, где, ну, более так чаще там объявления сюда или не доходят, или просто нету сил и времени сюда их в ленту, да, показывать сестрам. Иногда в сторис их показываю, вот. Ну, не всегда, опять же. По поводу тасьехов, вот сейчас рекомендую всем записываться, потому что есть еще места и на лето как раз, да, потому что летом это как раз время, когда очень, ну, хорошо иметь возможность, да, такой связи постоянной, да, с чтением Корана. Ну, и не только летом, конечно, но часто летом все как бы отдыхают и так, ну, и отдыхают от Корана, можно так сказать, да. Но это неправильно, и наоборот, в это время можно вот почитать, потянуть какие-то свои чтения, да, потому что в другое время и день короче, например, зимой, да, и, например, ну, как-то не такие активные. Да, работа, учеба, да, чаще в летом все-таки больше там выходные какие-то, да.
Хорошо, поэтому присоединяйтесь, есть группы, да, то есть все преподаватели, иншаллах, у нас, кто преподает, это или выпускницы уже, или те, кто в процессе как раз, да, курсов преподавателей Корана, да, и после этого курса, да, то есть тех, и те сестры, кто себя рекомендуют хорошо, да, также, иншаллах, оставляем, предлагаем тоже уже и у нас преподавать сестрам на постоянной основе. Этот курс для тех, кто уже преподает или кто хочет начать преподавать. Но это как бы одновременно и одно, и второе. То есть для тех, кто уже преподает, возможно, но не имеет какой-то базы, да, то есть достаточной как теоретической, так и практической, да, только потому что бывают сестры, ну, грубо говоря, с буквы только начали, за неимением другого учителя, да, кто более-менее там хотя бы эту программу прошел с буквы, ну, давайте некому, вот будете вы преподавать, да. И для повышения квалификации, как бы, ну, грубо говоря, это не, это просто делятся знаниями, да, то есть сами не имея такой прям базы. Ну, при этом в какой-то группе, да, как учитель себя позиционирует, ну, потому что других нету, да, то есть вот такой момент. Есть те сестры, кто уже имеет опыт и хорошую базу и хочет ее просто расширить, усовершенствовать. А есть такие сестры, кто еще не преподавал, например, просто брал знания там, учился, допустим, да, и читает там для себя, да, и хочет расширить, то есть научиться больше, узнать больше и преподавать уже, ну, да, как бы есть желание передавать знания, да, поэтому есть по-разному, ну, в смысле того, что до подготовки для тех, кто уже такими является, расширить, или для тех, кто хочет преподавать, да, то есть есть желание, то начать это делать уже на основе, ну, какой-то базы, да, не просто так, что я выучил две буквы или там выучил буквы и их передаю вот просто, чтобы там, ну, некому просто передавать, да, и вот хочу поделиться, а вот чтобы у вас была база, как теоретическая, так и практическая, да, не просто в теории, но и на практике, чтобы это все отражалось, да, то есть вот есть сестры, кто у нас уже преподаватели Корана, и тоже присутствует, машалла. Так, подождите, не могу. И есть ли место для нуждающихся? Смотрите, есть у нас места для нуждающихся сестер только по подвешенной отплате, и то это, как правило, те сестры, кто, например, конкретно себя зарекомендовали как такие, что, как сказать, хорошие на пути требований знаний, есть желание, стремление, плюс и успехи, да, не просто я хочу, вот я нуждающийся, да, то есть много, то есть одного пункта, что человек нуждающийся, недостаточно для того, чтобы записаться на этот курс. Потому что таких много, да, то есть есть много параметров, плюс есть такие сестры, кто их рекомендуют, да, то есть, например, сестра нуждающаяся, и их рекомендуют уже их учителя, например, как старательную, как, ну, подающую надежды в преподавании, да, то есть те сестры, кто действительно проявил себя уже, а не просто я нуждающаяся и вот хочу попробовать. Да, то есть это не попробовать, это хочется именно те сестер, которые действительно готовы стараться, трудиться на этом пути, для кого это важно, для кого это ну, какой-то путь, да, они просто попробуют. То есть попробую, ну. Тем более, да, есть у нас такая функция, или как такая услуга, или как-то назвать, да, подвешенная оплата. Но опять же, вот, как я сказала, для этого нужно не только один пункт быть нуждающимся, а и другие составляющие, чтобы эта оплата, да, кто делал такую, ну, оплату за других сестер, да, чтобы знания передавались, чтобы это действительно передавалось, а не просто как бы
хочу попробовать, да, потому что... Так. Тасхих 29 джуз. Смотрите в объявлениях, да, в этом, как он называется, в сторис есть, или у нас есть группа в Телеграм, там есть объявление на Тасхих. Цены разные, ну, примерно в одну, я сейчас не могу вам сказать, там посмотрите. Я лично не набираю сейчас Тасхих 29 джуза. Но есть преподаватели у нас, кто набирает там 30-й джуз или другие джузы. Иншалла. Как записаться в клуб? Также через модератора. Модератор, да, MUK, MUK, модератор, да, в Телеграм. Да, то есть если вы, иншалла, модератор. То есть вот у нас группа Telegram, она вот так называется, Al-Quran University. Если вас очень интересует, вы можете это набрать. Ну, периодически в сторис я скидываю это, но вдруг кто-то не видел. Значит, себе сюда проходите, здесь у нас все объявления, да, просто в Инстаграме не всегда все успеваю выставлять, вот. И здесь модератор. Модератор у нас, вот, ее данные, MUK, да, модератор. Тоже к ней пишите, и это для записи в клуб. Да, по поводу клуба как раз вот объявление. У нас программа встреч на июнь. Ну, это не значит, что некоторые из этих тем, они не заканчиваются в июне, просто начало, да, то есть это будет, иншалла, толкование, разбор суры Аль-Фатиха. Каждый день с двумя светочами, это Аль-Бакара и Аль-Имран, то есть будем где-то чтение, где-то размышление, ну, то есть все, что с этим связано. Недавно тоже по чтению, да, этих сур вот в этом Инстаграме ставила этот хадис, да, можете почитать, да, насколько важно, иншаллах. Также будем разбирать такие темы, как увеличить свой доход согласно Корану и Сунне, арабский уровень базовый, да, то есть это прям, ну, как бы для начинающих, у кого там небольшой, будет на базе темы знакомства и приветствия, то есть какие-то нету конкретного здесь учебника, вот один учебник, идем по ним. То есть это могут быть такой микс разных программ или разного материала и какой-то, ну, какие-то моменты, которые будут встречаться, да, или грамматические, или еще что-то, ну, тоже на базовом уровне, тоже буду здесь объяснять. Но лексическая вот эта тема. Потом грамматика Аннахуль-Кяфи, кстати, это будет начало, так как это учебники очень такие, это уже для, ну так, тех, кто уже имеет уровень какой-то, да, то есть вот такая книга, так она не очень влазит, сейчас, такая книга, вот видите, Аннахуль-Кяфи, это достаточно большая книга. Да, вот такие. Это уже тем, кто имеет, ну, какой-то уровень, так скажем. И есть еще второй учебник, будем начинать сарф кафе. То есть это тоже такого же плана, только про сарф, морфология. Да? Ну, это чуть поменьше, сарф поменьше. Нахуй тут как два тома в одной книге у меня. Тут два тома идет. Ну и постепенно будем проходить это. Вот. Что там еще? Ну, будет и другое, другие полезности. Иншаллах, еще, ну, такой спойлер, что, скорее всего, ну, еще это решается. С сентября буду в этом клубе, как бы, как сказать, эксклюзивно проходить с сестрами уже, кто... Ну, это для тех, кто действительно интересуется Кораном и всем, что связано. Буду учитывать также пожелания сестер, кто в клубе уже находится, да, и будет записываться. Ну, вот то, что мне хочется, это есть книга такая, это по таджвиду, Ашар
вернее, Шарх Аль-Мукаддима Аль-Джазария. Это очень такая книга, 600 страниц. Здесь Ганим Каддури Аль-Хамд. Да, то есть в Рамадан я проводила курс, да, для сестер в Инстаграм, кто следит, был. И сейчас он уже, кто не попал, да, он уже будет на платной основе. А, еще, кстати, про курсы скажу. Вот эта книга буду разбирать в рамках этого клуба. То есть для тех, кто действительно хочет. Она, вот основной уровень у нас базовый на книге, по книге Аль-Баян Аль-Муфид. В этой же книге здесь, ну, собраны разные тоже такие мнения, вот на основе далили, сноски есть. Ну, кто проходил курс в Рамадан, да, то есть это этот же автор, который книги вот этой, которая в Рамадан, то есть видели, да, то есть его, как сказать, метод. Идут материал, какие-то сноски, он показывает, как далили, или если их нету, то сноски, где это можно найти. Да, поэтому интересный подход, да, мнения разные собраны, да, то есть не однобоко. Конечно, это уже для тех, кто уже имеет какую-то базу и хочет эту базу расширить. И по поводу курсов, да, то что я хотела сказать, все курсы базового таджвида, то есть сейчас в данный момент. Секундочку. Сейчас в данный момент у нас есть 4 курса. Это как раз Аль-Муяссар фи Альми Таджвид, тот курс, который был в Рамадан. Также есть 3 курса. Это Аль-Хилят Утилява книга, да, по Таджвид. Потом Атлас Аймана Суэйда и Ат-Тайсир Ар-Рахман, который сейчас в процессе. Это тот, который таджвид по субботам, да, иншалла, этот курс мы завершаем летом. Я планирую его завершить и уже до сентября закончить. Так вот эти 4 курса в рамках клуба, для тех, кто в клубе будет, они идут, ну, так сказать, бонусными для членов клуба, да, для сестер, кто в этом клубе будет, бесплатно, но с пошагово. То есть заканчивают Аль-Муяссар, переходят потом на Хилят Утилява, потом переходят на Атлас Аймана Суэйда и переходят потом Ат-Тайсир Ар-Рахман. Почему такой последовательность? То есть, ну, как бы на мой взгляд, это последовательность. Как от более легкого к более сложному, да, то есть Аль-Муяссар, Хилят Утилява, Атлас Аймана Суэйда и Тайсир Ар-Рахман, то есть вот, и соответственно, тех, кто уже будет в клубе, да, этот Шарх Аль-Мукаддима Аль-Джазария, и, как правило, все сестры, кто уже участвует, они еще проходили или проходят основной уровень или курсы для преподавателей Корана, соответственно, они знают ту базу большую, которую мы берем на этих курсах. И все это, все вместе, это будет вот в этой книге Бизниля, книга, о которой я говорю, новая, сентября планирую. Как только закончу этот Тайсир Ар-Рахман, да, иншаллах, переступлю к этой книге, то есть новая книга для сестер. Так, хорошо, это про клуб. Немножко вспомнила и сказала. Сейчас посмотрю еще вопросы. Может, есть у кого-то. Казахстан, машаллах, с Казахстана, сестры. Так, здесь вопросы еще задайте. Я училась у вашей ученицы по таджвиду, у вас в школе. Мне после окончания предлагал устаза преподавать буквы, тогда не могла из-за семейного обстоятельства, а сейчас как можно начать преподавать? Смотрите, ну вот в школу Икра пишите, там иншаллах, или напишите мне в личку. Это одновременно, да, школа Икра, там такая, как скажем, общеобразовательная для мусульманок, да, или там для детей. В основном у нас для сестер там,
Ну, такое общеобразовательное, да, если мы говорим про Международный университет Корана, да, то здесь специализируемся больше именно на таджвиде, на Коране, на том, что связано с Кораном. И здесь, конечно, уже требования и для преподавателей, ну, я уже сказала про них строже. То есть уже только тех, кто прошел подготовку для учителей, только таких сестер сюда принимаем. В Икра можно делиться знаниями на разных уровнях. Так, иншаллах, хайр. Еще ищу вопросы. Сейчас, машаллах. Не получается быстро. Ой. Так, а может уже нету? Ага, как увеличить свой доход? Да, это будет курс. Да, как увеличить свой доход согласно Корану и Сунне. Корану и Сунне. Это один из, ну, таких тем. Есть такая программа, так скажем, книга, которую мы будем, ну, рассматривать ее, эту книгу. И размышлять. Достаточно ли изучить Хайран Суэйда, чтобы иметь Хайран, наверное, Атлас Суэйда и Тайсир Рахма, чтобы преподавать? Ну, смотрите, достаточно ли, это каждый решает. Ну, достаточно, чтобы преподавать вот Тайсир Рахман и Атлас Айман Суэйда. Достаточно ли это в общем-то? Ну, под вопросом. Да? То есть учитель Корана, он, в принципе, должен все время, как сказать, развиваться. Да? То есть нужно там заучивать, продолжать, если вы еще не заучили. Нужно размышлять тафсир, нужно изучать арабский язык. То есть это, ну, как бы такое разностороннее. Да? Достаточно ли только этого? Я скажу, нет, недостаточно. Но начинать, да, то есть смотря на каком уровне, то есть просто если вы хотите для начинающих, там, для детей, ну, это может быть достаточно. Ну, как бы для этого, вот, чтобы просто вы там что-то начинали. Но достаточно ли это в общем, как то, чем можно обойтись и все, на этом остановиться, тогда нет. Вот так я бы сказала, да, то есть можно это как старт взять, но сразу скажу, что то, что мы проходим для курса подготовки преподавателя Корана, если вы заметили по программе, то Тайсир Рахман входит у меня входит в базовый уровень таджвида, а не в основной. То есть базовый это как бы, но при этом на данном этапе это самый сложный из базовых курсов у меня. Я имею в виду самый сложный для студентов, да, то есть там наибольшая концентрация материала, допустим, сложность, то есть более там подробно расскажем, да. Кто был на курсе, например, Аль-Муяссар, он, ну, видели, да, там коротко какие-то темы озвучиваются. При этом, что важно заметить, каждый из этих курсов базовые, они чем-то отличаются. То есть в каждом из них есть то, что в другом нету. Несмотря на то, что, например, то есть, например, Тайсир Рахман, хотя он самый сложный, но даже в Аль-Муяссар есть то, что в Тайсир Рахман нету. Да, то есть каждый как бы специализируется, какие-то есть нюансы, которые у них нету. Ну, других нету. Вот, поэтому это, если отвечать еще раз на вопрос, да, достаточно ли Атлас Эмансайда, это базовый, это очень базовый. Это вот то, что необходимо знать каждому, так я бы сказала, мусульманину. При этом не каждый же встает преподавателем Корана. Вы можете быть просто, ну, там, для своего ребенка, как бы научить его. Да, это можно, но
Мы, например, все знаем математику. Скажем, могу ли я быть учителем математики? Но я могу сказать своему учителю, ой, своему ребенку, там, научить его, не знаю, таблицы умножения или еще что-то. Могу ли я быть учителем математики? Ну, вряд ли. Я не знаю много чего. Да, я могу так на уровне того, что меня научили в школе. То есть у нас почему-то отношение к Корану как будто, ну, я же там научилась, меня научили, ну, значит, я могу преподавать. Ну да, мы можем на уровне такого, как любительского, как, например, вот на примере с математикой. Но если нету там в селе каком-то учителя математики, то, понятно, выбирает из того, кто наилучше знает математику, и как бы давай преподавай. Но если есть тот, у кого есть образование, да, то есть понятно, что учитель даже младших классов в институте, когда он учит там высшую математику, хотя детям он преподает там дважды два четыре. Это не значит, что его уровень дважды два четыре. Уровень учителя должен быть как бы выше, чем уровень как учеников, да. Хотя в каких-то это не в каких-то вопросах ученики могут превосходить учителя, да, то есть и в других каких-то темах, например, да. Тем более, когда мы говорим про взрослых людей, да, то есть мы здесь все взрослые, то понятно, что, например, придет на таджвид, там врач, не знаю, там детский врач. Ну, я не знаю, там про болезни детские, я не знаю, там еще что-то. То есть человек может превосходить в каком-то альме, да, и он может научить чему-то другому. Но на данном, например, курсе, да, то есть учитель, там, тот, кто является учителем. А что изучать после этих книг? После каких именно вы имеете в виду? После Тейсира Рахман? После Тейсира Рахман я вот основной уровень, то, что или просто основной уровень. У нас есть курс, основной уровень это просто как бы такой более лояльный, более легкий. Это как раз по книге Аль-Баян Аль-Муфид, которую, иншалла, вот сейчас, так сказать, заказ достаточно большой в одном из магазинов сделали, иншалла, привезут эти книги. 50 книг мы заказали. Вот Баян Аль-Муфид, это книга, которая является у нас, сейчас чуть подальше, основной на основном уровне таджвида и в то же время на курсе для преподавателей Корана. Эта книга, ну тут 400, ну почти 500 страниц. Даже не 500, ну тут даже 530, но учитывая, что там всякое идет, ну не материал, а просто такой как бы ознакомительный, то скажем 500 страниц. Так вот основной уровень есть для учителей Корана. Здесь подразумевается, что помимо этого учебника, да, где тут подробности, ну и дополнительно мы берем информацию, есть еще дополнительные предметы. То есть входит туда это сахих, и хифз, и улум аль-Куран, и адаб, и расам, и какие-то. То есть каждый раз что-то усовершенствуется, что-то добавляется в эту программу. Она все время, она как бы улучшается, как бы было лучше, да, для сестер, да, и более полезной. Вот. А основной уровень таджвида, просто есть основной уровень, только там таджвид, чтение идет на одном уроке, то есть хивз, таджвид и тасхих на одном уроке, как бы. Поэтому там чуть-чуть, 2 раза в неделю, как правило, как раз сейчас идет набор к сестре, к устазе Латифа, да, это, машалла, выпускница курса для преподавателей Корана. Тоже рекомендую для тех, кто хочет более такой легкий, в смысле, ну, не интенсивный курс, да, то есть для учителей Корана это 2 года интенсивной работы. То есть 2 года вы должны понимать, что это сложно, ну, время, ресурсы времени, да, должны у вас быть достаточно силы, у вас должна быть хорошая мотивация. Это тоже должно быть такое желание и самоорганизованность. Да, потому что сестры из-за своей неорганизованности иногда теряли возможность, ну, учиться.
даже были, почему сейчас вот, кстати, сестры спрашивали насчет этих для нуждающихся. У нас было большое количество, то есть было, ну, можно сказать, почти большая часть сестер как раз бюджетные места, когда были те, ну, так, скажем, спонсоры, да, кто оплачивал эти бюджетные места. Но многие сестры просто не оправдали, ну, не оправдали доверие. В том плане, что халатно относились к выполнению заданий, не посещали уроки. Ну, как бы мы на бесплатном, ну что там, кто нас выгонит, ну ничего страшного. Ну, как-то так это, так сказать, транслировалось это все. Поэтому сейчас и условия, да, на бесплатные мы ужесточили. Что нужно не каждый, кто нуждающийся, да, надо тоже проявить себя, сестры. Потому что это не так легко. Да, это нужно уделить этому время, это нужно посвятить этому какой-то недоспать где-то, да. То есть хорошо это или плохо, ну, это так. Это, поэтому он интенсивный курс. Если бы он не был интенсивный, там материала на 4 года, а не на 2. Да, материала достаточно много, и все время он добавляется, он как бы расширяется. Соответственно, вот курс, скорее всего, возможно, на следующий уже год, если я решусь еще раз набор такой сделать, еще про это думаю, да, потому что это очень энергетически затратно, как для меня, как для учителя, да, и я каждый раз сама, ну, как бы продвигаюсь, да, вот как я уже сказала, для того, чтобы давать уже высший уровень, нужно самому. Я каждый раз сама развиваюсь. Я у шейх, ну, по крайней мере, в неделю у меня где-то около 10, а то и больше часов или групповых, или индивидуальных с устазами, да. И тоже я посвящаю много своего ресурса и временного, и как бы энергетического и материального на то, чтобы эти знания получить. Да, то есть это, ну, даже не хочу пугать те суммы, которые я сама посвящаю этому. Да, то есть это, ну, это достаточно много. Да, это в разы больше того, что я даже предлагаю сестрам в месяц. То есть в месяц это, ну, это намного больше, чем весь курс, который вот сейчас я в месяц только на то, чтобы самообразование вот посвящаю этому. Поэтому, да, я понимаю, что кому-то тяжело, но мне тоже нелегко, так сказать. Альхамдулиллях. Поэтому, сестры, хочется, чтобы было желание, мотивация, самоорганизация, да, потому что некоторые, как я уже сказала, из-за своей неорганизованности просто потеряли возможность обучаться. Ну, возможно, они соберутся и вернутся, продолжат, да, но так, к сожалению, есть. Так, хорошо. В принципе, вопросы, иншаллах, если еще есть задать, а так я, наверное, все сказала, может, не все, что хотела, но, ну, вот так. Оплата до обучения, то есть оплата до обучения, и то вот сейчас, учитывая вот это, то есть хочется просто организовать мне тоже на лето процесс, да, обучения, и, ну, будет уже видно, да, количество студентов, потому что мои тоже жизненные обстоятельства меняются, да, то есть то, что мне в этом году, допустим, легко было, мне, допустим, помогали с ребенком, да, вот сейчас Амира, как вы видите, не так мешает. На следующий год я не знаю, как у меня это будет, соответственно, мне это тоже нужно организовать, и это, ну, ресурсно, затратно во всех смыслах, как физических, так и материальных, так и других, да, и для этого тоже обстоятельства такие.
Еще можно записаться на собеседование. Ну да, еще можно. Вот до 6 числа мы продлеваем, или как бы закрывается 6 числа, иншалла, запись на собеседование, уже когда вы записались, и в группе не просто, что вы там предварительно, потому что некоторые проходят по ссылке, и мы уже прошли. Мы как бы уже тут. Но еще не факт, да, поэтому говорю, записывайтесь на собеседование. И вот кто запишется, в течение июня нужно пройти это собеседование. Ну, как бы вообще желательно до 6 числа, но если вдруг я физически просто я могу всех не успеть, поэтому я даю как бы такую, как сказать, продлеваю это чуть-чуть, потому что я лично могу не успеть физически, да, я иногда не успеваю из-за того, что какая-то нагрузка, у меня тоже свои, ну, вот сейчас как раз 31-го. В понедельник, это завтра, начинается у меня продолжение с курса шейхой Амани 31-го. То есть у нас я всегда ну, как бы повышаю сама, да, посещаю, например, все курсы своей шейхи, независимо от того, проходила я их или нет. Да, каждый раз это тоже, вот курс, например, полтора месяца у нас идет. Это вот сейчас как раз. Кстати, там сейчас она сделала, что можно для тех, ну это на арабском, конечно, можно по записям пройти к тем, кто желает. До этого такого не было. Это первый раз такая возможность. Курс, например, на месяц или полтора, там что-то такое, полтора, скажем, 6 недель. 80, по-моему, долларов идет. Это курс лекций, да, вот. Ну, и другие есть вариации. То есть, кто хочет, можете тоже записаться. Ну, это на арабском. Это по махраджам. Хотя, понятно, уже махраджи я проходила не раз. И с устазой, и с шейхой проходила. Да, вот это как раз ее книга. Ну, все время, да, то есть, она что-то добавляет, что-то по-другому скажет. То есть, какие-то такие инсайты проходят во время. Поэтому все время присутствую, да, слушаю, что-то новое узнать, чтобы и вам новое рассказать, да, то есть это как бы такое самообразование для того, чтобы передавать это. Да, в директ нужно написать, чтобы записаться. Ну, можете записаться в директ, я вам дам просто ссылку на модератора, потому что это модератором занимается, я просто могу помочь с ссылкой. А так, иншалла, после окончания этого прямого эфира я скину ссылку, ну, в сторис, и там ссылку. Правда, сегодня какая-то там была проблема, я не могла ссылки прицепить. Поэтому, ну, напишите в директ, если не найдете в сторис. Сколько сестер выпустилось из числа поступавших? Ну, точно меньше половины, я так скажу. Меньше половины. Вот в этом году и то, как бы, ну, еще не все же сдали еще экзамены, да, то есть, так сказать, дошли до последнего урока, машаллах, вот вчера я выставляла, у нас был сегодня, сейчас вот как раз пишет экзамен, я пока в прямом эфире, а как раз выпускница пишет экзамен по таджвиду, там, пока я вот с вами общаюсь, вот последние уроки. Не все еще сдали экзамены, но до последнего урока, так скажем, дошли 11, по-моему, человек. 10 или 11 человек. Ну, это, можно сказать, меньше половины. Второй набор, который был в том году, уже очень много сестер. Опять же, я же говорю, почему вот энергозатратно для меня, потому что многие сестры забирает вот на первом семестре, много отдаешь, потому что новые, нужно вот как бы налаживать связи с сестрами, много очень именно энергии отдается, а потом показывается несерьезно, сестра, я не могу, о, у меня там, оказывается, мне, я не рассчитала, оказывается, я не такая успеваемая, да, там, или еще что-то. Когда сестра, ну, например, можем ее перенаправить на курс, который более там, такой спокойный или еще что-то, но это нас как проявляется адаб. Иногда сестры просто, ну как бы, так скажем, ну какие-то бывают разные обстоятельства, да. То есть энергии много забирается, а при этом многие сестры просто
не рассчитывают, что оказывается такая нагрузка. Ну да, такая нагрузка. Нужно конспект писать, нужно выполнять задания, нужно активно участвовать, да. Ну, поэтому, ну, половина, меньше половины, так скажем. Даже вот кто на втором семестре, если учитывать с первого семестра, то уже на данный этап меньше половины сестер. А кто еще 2 семестра впереди, то, наверное, еще меньше останется. Ну, возможно, да, то есть такой вот отсеивается сестры. Мы же ищем какие-то как бриллианты, соответственно, ну, что-то сестры. Некоторые берут академотпуск, вернулись, например, некоторые сестры, кто учился, потом вернулись уже на курс ниже, просто там по своим обстоятельствам не смогли продолжить и продолжили с последующей группы. Да, главное не количество, а качество, но машалла, да, то есть вот те сестры, кто уже на последнем, вот видно, да, то есть я тоже вчера тоже об этом говорила, о том, что все-таки, да, каждая сестра, вот выпускница, да, где-то есть у кого-то какие-то недочеты, где-то нужно что-то доработать, да, и поэтому я всем говорю, вот я сама по себе, да, вот я вам сегодня только что сказала, что я у шахи, несмотря на то, что я этот курс, эту книгу уже проходила у нее, и курсы отдельно, я уже там 5, не знаю сколько, я даже уже потеряла счет, но вот всегда записываюсь, потому что, ну, как бы что-то новое всегда я что-то узнаю. Как-то она по-другому это скажет. Кто-то спросит какой-то вопрос, который ни до этого не задавали. Или я начну, у меня появляется какой-то вопрос, который я никогда, допустим, не думала. Кто-то из учениц спросил что-то, я спрошу шайха. То есть всегда, да, вот повторить даже этот курс, это, ну, как бы, все равно что-то для себя возьмешь новое, поэтому говорю сестрам, что если вдруг что-то не учли, что-то не, ну, потому что одно дело, что, знаете, как для оценки вы это делаете, ну, допустим, проходной балл, скажем, 70, сдали вы на 70, прошли, но 30%, допустим, вы там не знали, да, грубо говоря, соответственно, вам где-то эту информацию нужно взять, да, где-то укрепить, значит, где-то повторить, да. А мы же тут не просто как бы для оценки, для того, чтобы эти знания у вас действительно были, что вы их передавали. То здесь есть, ну, какая-то такая мотивация, ну, так скажем, чуть-чуть другая. Не обязательно, что это ради оценки. Сдал и забыл, да? Нет. Мы же тут передаем знания, это связано с Кораном, поэтому если что-то не сделали, повторить можно просто этот курс. Даже пускай в теоретическую какую-то часть. Может, практическая там уже отлажена, да, или уже на хорошем уровне. То есть, как, в чем недочет, вот его нужно как бы закрыть. Да, дети ничего не спрашивают. Положила телефон, и дети ваш эфир смотрят. Ага, ну вот хорошо, значит, вам надо рассмотреть, дети, записаться на курс для учителей Корана. Что-то дети, видите, включили эфир. Хорошо, согласна. Машалла. Хорошо, сестры, я бы очень... у вас... вот вижу, тут, оказывается, писали выше. Директ нужно писать, если не понимаю, что это сюда. Ой, сейчас, секунду. Да, есть. Я уже сама, я же тут у меня написано, у меня самой джазы по 10 малым каратам, еще по большим каратам нету, в процессе, иншаллах. Ну, иншалла, буду и над этим работать, да, то есть какие-то приоритеты ставлю, что мне сейчас важно, да, где мне как бы расшириться, да, в каких направлениях, потому что я же говорю, у меня самой очень много, на данный этап, например, я, ну, вот то, что я могу сказать, вот у шейхи, да, продолжает, у нее был перерыв на Рамадан, вот сейчас с 31-го этот курс. То есть у нас там идет, я, кстати, тоже хочу такого плана курс сделать в рамках клуба, называется Мадинат аль-Хуруф, то есть город букв, где рассказываем про махраджи, про буквы, то есть таджвид, но только с чуть-чуть по-другому построение, очень
тоже интересно. Вот как раз у нее каждый курс про каждый махрадж, то есть аль-джоуф, там 2 месяца, например, аль-хал-горла, там тоже, допустим, 2 месяца. Вот это, там, например, задняя часть языка у нас была, там, не знаю, 1,5 месяца, ну, и примерно говорю, там какие-то разные, середина языка, там, тоже там 2 месяца, боковая часть языка там 1,5 месяца. И вот про каждое что-то там мы обсуждаем, то есть темы. Вот, допустим, сейчас, я сейчас-то не помню, какой, где, на каком мы остановились. По-моему, Тараф или Лисян сейчас. Ну, тоже что-то на Лисян мы, но еще не до конца. То есть вот по частям, и каждый этот курс, вот каждая часть только вот махраджа 1,5-2 месяца. То есть это уже мы, по-моему, начали мы изучать после прошлого Рамадана, то есть уже год, то есть год это мы только на языке. А некоторые говорят, я прошла махраджи, как долго вы их проходили? Ну, там, месяц максимум. Я уже тут 5 лет прохожу и все не могу пройти. Ну, альхамдулилля, да, есть уровни этого. Вот, про что я вообще? А, вот, потом также по кратам тоже у шейхи это у нас возобновляется. Потом еще у одной шейхи я читаю отдельно краты, у другой шейхи тоже еще читаю отдельно. Потом беру курс, тоже расширяю арабского языка. Потом беру курс, ну там разные такие курсы по лахаджат. Это сколько я уже сказала? Уже 6. Это отдельно, это индивидуально. Вот 4 индивидуальные, одна группа. Потом тафсир, академия тафсира. Там как, ну, такой по записям, там тесты такого плана идет, тоже это я учусь. Где я еще учусь? Уже забыла. Ну, еще там разные тоже программы там по саморазвитию прохожу, потом лекции. Ну, то есть точно что-то забыла. Вот в таком плане, да. Может, что еще? Ну, так, лекции смотрю. То есть очень много всего на самом деле. Да, только 4 учителя индивидуальные беру. Это в течение недели, допустим, в течение месяца. Некоторые по 2 раза в неделю, некоторые по разу в неделю. Ну, и группа вот. Этот, и тафсир. Ну, тафсир там, вот это единственная группа, где там бесплатно Академия тафсира. Хорошо. Иншаллах хайр. Идем. Так, я прошла 2 раза таджвид, то, что первый раз не узнала, на второй раз знала что-то новое, и для меня это было открытием. Да, то есть новое. И также, несмотря на то, что я, ну, как бы одновременно и преподаю, и учусь тоже от своих студентов, да, все время что-то новое, по-другому как-то нужно рассказать, кто-то не так понял, кто-то что-то может открыть какой-то вопрос, который, ну, может, у меня до этого не возникал. Поэтому это очень важно тоже. Да. И вот этот, ну, клуб, да, почему я его организовала, да, потому что хочется именно тех, кто интересуется. Потому что много приходит, да, вот на Рамадан записалось 300, ну, заявок, там я уже молчу, пришло заявок больше, ну, около 1000, наверное, заявок, тех, кто, потому что у нас так, а, бесплатно, записываемся, подают заявку и все, зависли, даже если неправильно, там, записали и забыли, то есть это как бы абыбуло называется, даже скинули заявку и дальше ищите нас, как будто, ну, в конечном итоге 300, что-то около 300, 800, ой, 380 сестер записалось, уже как бы в группу, чтобы слушать лекции, и что вы думаете, из этих 380 максимум на уроке там было 30, ну, может, больше, да, в некоторых первых уроках больше было, потом стало так в среднем приходить человек 30 из 300, это 10%. Это бесплатный курс, сестры, бесплатный курс. Отпадала заявку 1000. Пришло, сейчас вот на, то есть какая у нас была, что в Рамадан и еще месяц можно доделать записи, просмотреть, потому что тесты, это же не просто я там тесты делала, самостоятельная работа, это же мне их проверять нужно. Это все тоже мой ресурс. Это тоже мое время, да, которое сестры пишут, там что-то проверьте, не проверьте.
Из этих, ну, там, тех, кто был, вот человек, ну, 30, наверное, это тех, кто выполняли задания. А представляете, 500 человек, модератор, мы 3 или 4 дня вообще там почти не спали, организовывали, это куда-то запиши, это куда-то не пиши. Там я уже по 2 часа спала, или муж там говорит, ты иди уже спать или что-то. То есть, я говорю, ну нет, тут сестры, сестрам нужно помочь, хотят учиться. Вот, хотят учиться 30 человек. Это бесплатно. А платно я уже вообще молчу. То есть, сестры, это вот показывает как бы уровень, ну так скажем, ну такого халатности, да, чтобы не сказать более грубо, я хотела сказать невежество, но ну, будет халатности, да, к знаниям, которые проявляют сестры. К уважению даже к тому времени, хотя бы который модератор потратила, да, то есть мне уже было за модератора обидно, так скажем, столько времени потратил, за да. Каждую сестру нужно было оформить на сайт, я уже ей сама помогала, оформляла до этого, потому что, ну, представляете, 200 человек вам пишут одновременно, и все хотят, и все, а я не понял, объясните мне, вот, смотрите, вот здесь. Ну, я так не поняла, там сложно написано, объясните. Ну, так не может просто человек физически одновременно стольким. У нас сестры привыкли, что все легко. Вот знание, это показывает, да, почему я вот говорю там вначале. Кому интересно, вот есть, как его, модератор, вот, продиктовала его, показала. Кому действительно интересно, вы можете просто напечатать эти 10 букв в этом, ну, напечатать, да, не просто нажал на, а вот действительно проявление вашей, как бы, желания учиться. А кто-то скажет, а, там ссылки нету. Не, не могу учиться, ссылки нету активной. Ну, вот, по буквам, я, если бы хотела, я вам говорю, я бы эти буквы написала, а, это такая буква, такая, написала бы, нашла, инша Аллах, по воле Аллаха. Да, у нас сестры даже не могут перепечатать 10 букв, даже написать на листочке, потом их напечатать, найти. Иногда пишут, что я искала, там не нашла. Это одно дело. Когда даже не искала, просто, а, нету ссылки, я пошла дальше. В принципе, таких и не нужно студентов, потому что они забирают ресурс времени у модератора, у учителя, запишите, сделайте. А потом, в конце концов, никто не... Вот, на уроки там или дошли до конца, сейчас еще в процессе, у нас еще 2 недели, да, доступ идет, ну, мало сестер, ну, так скажем, я по домашним, я точно не знаю, но смотрю по домашним, потому что проверяю, около там, ну, 30 максимум. То есть это что говорит, о чем? О том, что знания не в почете у нас, только вот эти, да, о, я бы учился, да, вот это хафиз, да, ему вот Аллах дал, а я вот такой. Так ему дал что? Ему с неба свалилось? Он днем и ночью читал, он не как бы посвятил этому свой ресурс, свое время, да, пока если вы там спали на диване или по телефону сериалы смотрели, он сидел, читал, да, ему же знания не... Да, кому-то легче дается, кому-то сложнее, Аллах где-то, ну, какие-то дает, да, ну, и мы за это благодарны, но кому-то... Просто кажется, что кому-то легко, а остальным всем сложно. Так, это уже пошло что-то, какое-то из разряда жалоб. Вот. Ну, это так. О наболевшем, так скажем, к сожалению, такая вот структура мышления у многих сестер. Да. Ну, еще я вам скажу, да, то есть был еще такой момент, эти уроки были, в принципе, вот именно это первый раз я делала Аль-Муяссир и выставляла тоже в Инстаграм, кто был, да, то есть эти все уроки были в доступе в Инстаграм, потом я их удалила, потому что кто хотел слушать, слушал, кто нет, как я уже сказала, да, просто 300 человек, да-да-да, и на потом, сейчас, вот пользуйтесь сейчас, им дают сейчас возможность, вот пользуйтесь ее, потом ее не будет. Это как все на потом, а я потом то, потом наступил судный день. Ой, я лейтани. Да, ой, если бы я там что-то подумал, вот если бы меня там тогда там не отвлек бы какой-то сериал, да, или еще что-то. Ну, все, уже время ушло. Пользуйтесь, как поезд. Уехал. О, если бы я там. Ну, поезд уже уехал, все, до свидания.
Вот, это про что я, что да, что сестры еще хотя бы записывались, да, про братьев я уже вообще молчу, да, то есть первый раз я делала, что братьям тоже был возможность слушать эти лекции, да, потому что, ну, лекции вот как в таком открытом доступе, то там вообще и особо никто и не записался, ну ладно, там может, знаете, как бояться, может записываться как-то. Или что-то в таком роде. А те, кто и записался, тоже, ну, вообще никакой активности. Да, женщины хотя бы там 10% активности, а в мужском там вообще, не знаю, один, да, чтобы не обидеть, 1% активности. Вот. Поэтому все на самом деле печально, и, иншаллах, это исправится. По воле Аллаха Субхану Тааля, конечно же, этот айльм, он, с одной стороны, Аллах облегчил Коран для всех, но, к сожалению, не все понимают. Да, все хотят не просто облегчения, да, не хотят делать асбаб, не хотят делать причины. То есть тебе в рот уже положили еду и говорят, вот, проглоти. Но перед тем, как проглотить, нужно прожевать. Он говорит, нет, я не хочу жевать. Не хочу жевать, вот лень мне жевать. Ну вот у нас такое положение ума, что уже везде возможности, уже только осталось это пожевать, даже этого не хотят делать. Раньше там куда-то путешествовали, покидали свои дома, родных, и, да, там детей, семей, семьи, да, оставляли их просто так на, как бы, на милость Аллаха Субхану ва Тааля. Сейчас намного все проще, ну и это не... Да. Амин, амин. Баракаллаху фикуна ахава. Да, мы с вами как раз тоже будем завершать. Да, как я уже сказала, мне тут пока экзамен, сестры пишут, я вот решила выйти в прямой эфир. И с вами пообщаться. А сейчас мы будем прощаться. Да, если кого-то еще заинтересовал этот курс, вы пишите в директ, я вам ссылку скину к модератору, где запись. Вот, и все там подробности у нее, да. На этом будем прощаться. Баракаллаху фикунна. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.